Живет воробей. Воробей первый пальчик у нас. Вот он, видишь? Клюв у воробья чуть-чуть загнут, видишь? И остренький, остренький. Значит, это домик воробья, вот это крыша, да? Воробей очень любит в домике находиться, и вот здесь окошечко, видишь, и выглядывать. Видишь, в окошечко выглядывать со своими друзьями, разговаривать. А ну-ка, выгляни в окошечко. Выгляни. Оп, как выглядываешь. Так, а домик же, домик, видишь, красивый домик. Но больше всего воробей любит клевать зернышки во дворе. Вот так, видишь? Оп, клюв, клюв, оно поклюзет, только клювик забить. Вот, и тут поклюзет. Вот, хорошо, хорошо. А кошка, а вот эта ручка, у тебя будет кошка вот так. Красавица. Она хочет воробья что? Сцапать. Давай сначала я тебя попробую сцапать. Ну. А ты клюзелочку. Клюй, клюзелочку. Подпускай меня, подпускай, потом скрывайся в домик. Оп! Нет, смотри, малыш. Вот смотри. Оп! И спрятали домик. Понял? Домик только красивый сделай. Красивый домик. Клюзелочки, да. Клюзелочки. Первый пальчик клюзелочки. Я сейчас тебе буду цапать. Так нет, ты... Еще раз давай, еще раз давай. Еще раз давай, 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 давай. Так, а ну-ка сам себя теперь. Сам давай, кошка ты будешь. Только клюзёнышки, клюзёнышки. Ты же подойди к воробью, куда ты идешь. Вот отсюда его, на край, все клюзёнышки. Клюй, давай, давай, давай. И сцапай себя. Как и надо, смотри, вот клюешь, 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 клюешь. Оп! Хочешь сцапать и спрятал? Сам попробуй. Попробуй, давай. Клюй, зёрнышки, клюй. Цапай, цапай себя. И прячься. Вот в эту игру поиграешь. Хорошо? И еще давай. Вот первая игра, которую мы с тобой поиграем, называется подвесной мостик и овечка. Ты знаешь, что такое подвесной мостик? А что это такое? Это... Это мостик, который качается, да? Вот его перебрасывают либо через небольшую речку, да, либо через овраг, правда? Значит, вот это будет один берег, а это будет второй берег. Вот это берег и это берег. И вот мы сейчас перебросим мостик с одного берега на другой. Вот я третий пальчик надержать буду. Ровненько сядь, ножки хорошо поставь. Вот подвесной мостик. А ну-ка сейчас посмотрим, он качается. Ой, как качается, смотри, здорово. Замечательно. Есть такой стишок. Течет речка, через речку мостик. На мосту овечка, у овечки хвостик. Да, хвостик. Овечка пришла на мостик. Пришла на мостик и стала его вот так вот раскачивать. Подарок стала раскачивать. Да? Овечка мостик очень понравилась. И он стал ее подбрасывать вот так. И они подружились и стали вместе танцевать вальс и гулять. Раз, два, три, 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 раз, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Мягкая ручка, повисает ручка, повисает, повисает. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Молодец, молодец. Ну давай красиво вальс сыграем с тобой. Давай. Давай. Раз. Ну играй, играй. Раз, два, хочет что? Съесть.
И вот она к нему подкрадывается, и только его хочет сцапать. А кузнец, смотри, посмотри, вот подпрыгивает вверх, повисает вот так, и садится на новую травинку. Только хочет ловушка его опять сцапать, и он опять повисает вверх, подпрыгивает вверх, повисает и садится на новую травинку. А ну-ка сам попробуй. Давай, знаешь, как мы сейчас сделаем? Сначала я буду кузнецом, а ты будешь ловушкой. Давай. Теперь сам будь кузнецом и ловушкой давай. Так, повисай, повисай. И на ре садись. Оп. Повисай, на ми садись. Цапай. Хорошо. На фа. Оп. Повисай в воздухе. Повисай вот на соль. Так ты ж цапай левой ручкой. Цапай. Оп. Вот так. Оп. Хорошо. Оп. Хорошо. Так, теперь давай попробуем поиграть еще в одну игру, в маленьких кузнечат. Это большой кузнец, он дразнит лягушку, от нее убегает. А вот маленькие кузнечата, они дома веселятся и прыгают вот так. А ну попробуй, маленький кузнечат. Двумя ручками изобразить маленький кузнечат. Я буду аккомпанировать, а ты будешь мне играть вот так. И два, и раз, и два. Ну, двумя ручками, давай. Двумя.